Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала «Люблю готовить сама». Меня зовут Лидия. Сегодня я буду готовить очень сочную, нежную и вкусную говядину со спаржей. Уверена, ваши родные и близкие с удовольствием оценят это блюдо. Начинаем готовить. Наливаем немного растительного масла и отправляем говядину обжариваться. Обжариваем минут 10. 10 минут прошло, мясо выделило свой сок. Добавляю мелко нарезанный киви. Все перемешиваем. Убавляем на медленный огонь. Ну, я ставлю где-то на четверочку. Добавляем воды. Закрываем крышкой и оставляем томиться на полчаса. Полчаса у нас прошло. Я добавляю базилик сушеный, смесь перцев и соль. Также добавляем соевый соус, 2 столовые ложки. Я добавляю вот такой пряно-сладкий. 1 столовую ложку лимонного сока добавляем. И добавляем красный болгарский перец. Все это перемешиваем, накрываем крышкой и томим еще минут 5-7. 5 минут прошло. Добавляем столовую ложку сливочного сыра. Аккуратненько все перемешиваем. И добавляем спаржу. Какая вкуснота, аромат какой обалденный. Накрываем крышкой. И томим еще минут 5. Дорогие друзья, 5 минут прошло. Говядина со спаржей приготовилась. Это очень вкусно. Сейчас я буду накрывать. Ну что, будем пробовать. Такая вкусная говядина у нас получилась со спаржей, очень аппетитная. Сейчас я ее попробую. Обожаю вкусную еду. Обязательно готовьте, пробуйте, открывайте для себя новые вкусы. Я говядину подаю с овсяной крупой. Вы можете подавать с рисом, с картофельным пюре, просто как самостоятельное блюдо. Нам приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока!